Спасибо, Алексей. Добрый вечер. Моя работа заключается в том, чтобы не смотреть кино. И для меня, конечно, было тяжелым испытанием просмотреть 9 фильмов в течение 4 дней. И я хочу сказать огромное спасибо Алексею Медведеву и Ренату Довлетьярову и всему оргкомитету за этот прекрасный фестиваль, потому что, видимо, теперь на кинофестивалях меня можно будет увидеть исключительно в кинозалах, а не на пляже и в баре. Итак, мы объявляем практически единогласным решением нашего маленького детского блогерского жюри. Мы присуждаем фильму, этот приз наш, присуждаем фильму «Москитнет. Сетка от комаров». Испания. Есть кто-нибудь из Испании?